Спасибо Петру за столь добрую обработку видеофайла. В двух словах. Моя фамилия Абадуллин, зовут Николай Александрович. Я 23 года генеральный директор инвестиционной финансовой компании «Самотор Инвест». Воевал с Вильфенбергом, участвовал в создании того, что называется фондовый рынок, взаиморасчеты и так далее. СМИ утверждает, что... Можно это открутить буквально быстро? Давайте тогда без презентации. Если кому интересно, улитка инноваций наберите. Это мой бизнес-опыт, дальше. Это стандартная теория экономики, дальше. А вот Facebook почему стоит в 5 раз дороже, чем Газпром? Попробуйте ответить в рамках макроэкономики. Далее. Куда-то вообще не туда. Подождите. Это версия. За это ответим, да? Почему Facebook отличается от всех остальных мультипликаторов, существующих на американском фондовом рынке? Дальше. Можно ли продать счастье? Ведь с точки зрения теории счастья, Америка не является приоритетом. Вьетнам и Коста-Рика, главные самые счастливые страны. А ради чего мы живем? Ради биткоина? Дальше. Существует огромное количество теорий. Дадите другие инновации. Вот. Оставьте. Так вот, СМИ утверждают, что есть то, что описывает человека, то, что описывает его синдром, рефлексию, то, что описывает то, что называется прототипирование в мысли, деятельности Щедровицкого. Далее идет прототипирование реального, далее идет то, что называется новым пространством, а именно созданием системы первичной иерархии и полная иерархическая структура. На каждом из этих этапов есть биткоины. Они есть и блокчейны. В государственных иерархиях они присутствуют. И де-факто вот здесь у вас налоговые платежи возникают. Здесь титулы собственности, а здесь государственное право. Далее представители, филиалы, монополия, потребительские деньги, информационные деньги, если вы помните, деривативы обрушили Америку и экономику мира. И последнее, блокчейн. Так вот, если вы правильные сводки умеете применять, вы получите макроэкономические мультипликаторы. И тогда мы с вами можем поговорить. Спасибо. Что вы хотите? Я хочу создать фундаментальный оценочный аппарат, который не технический анализ делает, а фундаментальный. Прежде всего для инвесторов. Третий проект, кстати говоря, ровно это заявил. Только у меня есть математические модели сверток. Спасибо. Спасибо.